Всем привет! А что я принесла своей зеленой птичке? А птичка зелененькая. Смотри, что я тебе принесла. Ты мой зелененький. Да, и салатик зелененький. Боже, Томик. Ну как? Ужас какой, крикливый ты. А если так? Вот. Вкусно? Тебе вкусно? Ням-ням? Да. Вот такую вкуснятину поедает зелень. Привет. Остальные не едят. Ни Аркаша, ни Ливсик. Салат зеленый не едят. Это все потому, что ты зеленый. Ты елки. Ты зачем уронил? Самая крикливая птица. Он умиляет тем, что он постоянно чем-то недоволен, вот своим характером и тем, что он молчать не будет. Томчик, ты в кадр не влазишь, когда голову опускаешь или поднимаешь. Там кися, да? Кися под дверью где-то ходит. И мяукает, не дает птичке спокойно есть. Ну, в общем, Томик у нас любитель зеленого салата. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотры. Пока!